Друзья, давайте посмотрим то, что я купила в Сочи, когда ездила в торговый центр Маримол марки Гесс. В Гесс появился новый бренд девчонки. Он называется Марсиана. И я сейчас покажу, что я приобрела. Купила я два товара. Первый товар – это у нас очки бренда Марсиана. И второй товар от Гесс. Сейчас вы все увидите. Первая покупочка моя – это очки солнцезащитные. Гесс, видите, Марсиана. Очень красиво упаковано. Смотрите, такой вот бархатный мешочек, я бы даже сказала, да? И давайте посмотрим очки, которые я там купила. Все очень аккуратно, стильно. Прекрасно все выглядит. Что там еще было? Ага, смотрите, еще здесь у нас тряпочка. Тоже подписанная, кстати, смотрите, девчонки. Сейчас покажу. На тряпочке, видите, даже написано Марсиана Гесс. Очки. Выглядят таким образом. Мы сейчас с вами вот так вот все подробно рассмотрим, чтобы поближе вам было видно, да? Значит, я там выбирала во влоге. Влог уже вышел, посмотрите, на канале есть. Значит, выглядят они таким образом. Я там очень много мерила. Очень красивые дужки. Видите, сделаны как вот Марсиана. Переливаются камушки. И это женские солнцезащитные очки. Я покажу вам, как всегда, чек, сколько они стоят. Напишите свое мнение, девочки. И еще одна покупочка. Тоже в Гесс. Тоже все красиво упаковано. Коробочка. И смотрим, что внутри. И внутри еще одна коробочка. Смотрите, девочки. Вот такая коробочка Гесс. Тоже все симпатичненько упаковано. Сейчас посмотрим, что там внутри. Что же там было внутри, девочки? Такая красота, посмотрите. Я выбрала там браслетик. И вот такие вот прекрасные гвоздики, сердечки. Помните, мы с вами недавно покупали под серебро в магазине в Магните. Тоже браслет, сердечки. А вот. Но это совсем другая тема. Почему? Потому что смотрите, как переливаются вот этот набор. Да? Тут, кстати, настоящие камни. Вот здесь вот Гесс. Ну и фианиты. Значит, смотрите, девчонки. Там вот такая вот была цена. Я сейчас вам покажу поближе. Смотрите, была цена вот этого набора 13 500. Сейчас там очень хорошие скидки на товар, где-то 30, где-то 40%. Вот посмотрите видео предыдущее, шопоголик, как говорится, в Сочи, да, в торговом центре Маримоли. И у меня, видите, составила эта цена, естественно, вот 8 000 вот этого комплекта. Так, ну что, девочки, смотрим дальше. Браслет выглядит вот таким образом.
Здесь натуральные камни. Я хотела, конечно, просто один браслет. Но просто одного браслета там не было. Они были, но очень-очень тонкие. Тонкие браслеты я не люблю. Ну, я их воспринимаю только в золоте. И то в золоте даже у меня есть потолще. Смотрите, вот их не треугольничек, вот этот вот Гес. Так, видно вам? Видно, да? А вот, значит, специальный это, специальный какой-то сплав шикарный. Значит, вот видите, она перламутрово-розовая, вот эта основа, сердечко. А с другой стороны, вот такие вот очень красивые камешки. Вообще шикардос. Видите, девчонки? Сейчас я вам сделаю вот так вот. На другом фоне посмотрим, поярче будет, да? Вот на вот этом фоне. О, смотрите, как красиво, да, сразу смотрится. Вот. Что здесь? Здесь, вот смотрите, какая-то бирочка. Что было в коробочке? В коробочке был конверт. Вот такой вот конвертик. Тоже подписан Гес. Здесь карточка, что можно проверить по QR-коду, что это оригинал украшения. Вот такая вот книжечка тоже. Вот, и браслет. Все в моих влогах вы увидите. Все мои украшения, которые я покупаю. Помните, девочки, я недавно покупала украшения, тоже сердечки, но там как под серебро было. Но это совсем другое, да? Здесь вообще совсем все по-другому. И вот, значит, такие красивые тоже. Кстати, мне нравятся гвоздики, потому что их можно зимой носить. Очень удобно, очень красиво, переливаются на ушки, вообще шикарно. У кого, допустим, 2-3 дырочки, да, то есть тоже классно одеть. Смотрите, все переливается. Так, и чек. Чек мой составил на сумму. Сейчас, девочки. Достанем на сумму, вот смотрите, 21 480 рублей. Так, дальше показываем, что еще, что было. Было до, смотрите, кристаллы, это, я так понимаю, вот моя коробочка с украшениями. Цена, видите, 8 тысяч. И очки стоят 13 500. До скидки они стоили 15 000. В ГЕС очень хорошие сейчас скидки. Это не реклама, это все куплено за свои деньги. Говорю для Ютуба, естественно, да? Вот. Я считаю, моя покупочка удалась. Вот напишите, девочки, как вам, понравились мои покупки или нет. Вообще очень симпатичненько. Когда буду записывать новый влог, я одену украшения и покажу вам, как они на мне смотрятся. А вообще, вы это все увидите, если пройдете в предыдущий влог мой, шопинг в Сочи в торговом центре Мари Молл.